здесь тоже сегодня в пресс-центре, знаете, как акулы кругами плавали вокруг российских журналистов и ехидно интересовались, что вы думаете о сегодняшнем распределении медалей. В общем-то, французы верят и надеются. Всего 18 лет этому спортсмену. Я его не видел целый год, хочу посмотреть, прибавил или нет. Ему очень надо было прибавить именно в артистизме, в катании. В этом году хореограф у него Николай Морозов. Да, можно. Сейчас как раз мы и посмотрим, что дал ему Николай Морозов. Да, это было неплохо. Но без каскада. Три с половиной. Но опять-таки планировался каскад вот сейчас. Был всего лишь один аксель. Тройной тулуп, а должен был быть четверной. Должен был быть, да. Бриан Жубер замахнулся на два четверных в произвольной программе. Тройной рекордер.
выполнены все прыжки, есть четверной в произвольной программе. Это серьезная заявка, но... Конкурент опасный довольно-таки. Вторая оценка для меня по-прежнему низко. Да, может быть, стал чуть лучше, но... Если честно, такое катание меня как зрителя совершенно не трогает. Да, хорошо исполненные элементы, но я думаю, что... Что судьи все-таки по второй оценке должны его опустить пониже. Посмотрим, как это будет. В принципе, для нас это было бы хорошо, в общем-то. Ну, у нас сейчас ответ тройной. Да, следующий участник Станислав Тимченко, потом сразу за ним Илья Климкин и затем Евгений Плющенко. Сухое катание, на мой взгляд, все-таки. Хотя, конечно, еще только 18 лет. Но молодец, справился с волнением, практически не допустил ни одной ошибки. В общем, да, хотя из заявленных двух четверных прыгнул один, но даже один четверной, в общем-то, немногие фигуристы здесь. Но пока он первый, я не видел. Ну, безусловно, Бриан Жубер сейчас будет... Первая оценка очень хорошая. Первая? Очень хорошая оценка. Впрочем, все те фигуристы, которые могут его подвинуть, еще не выступали. От 5.5 до 5.8. Вторая оценка, ниже. Да, действительно ниже, чем... За технику. Но я думаю, что эти оценки все-таки в тройке.